Тем временем, после длительного простоя в Нур-Султане, наконец, заработали кинотеатры, но в строгих санитарных условиях. Пока зрителей в кинозалах не так много, впрочем, владельцы сети кинотеатров, кинопарки, киноплекс обещают, что кино включат даже ради одного зрителя. Какой Новый год без сюрпризов? Айгуля Монтаева побывала на премьере казахстанской кинокомедии. Одним из первых свои двери открыли кинозалы сети «Кинопарк Киноплекс». Разумеется, с соблюдением всех санитарных требований. Маски для зрителей обязательны. Залы будут заполняться всего на 30%. Рассадка на дистанции, а после каждого сеанса – кварцевание помещения. Сегодня, кстати, здесь премьера – казахстанский фильм «Папа по неволе». Одним из первых отечественный кинобизнес поддержал известный продюсер Тимур Бактыбаев. Он не просто не перенес премьеру, как остальные наши казахстанские продюсеры, заявлены на декабрь, но и выпустил две полноценные картины. При этом четко понимая, что он рискует деньгами, ведь сейчас непростое время для кино. Его можно сравнить с такими глыбами, как Кристофер Нолан, Том Круз, который работает на восстановление кинотеатров и болеет всей душой за киноиндустрию и кинопоказ. Волшебство быть новогодняя комедия «Папа по неволе» – доброе и веселое кино как раз то, что нужно всем нам в преддверии праздника, говорят актеры фильма. Кстати, они сегодня присоединились к зрителям. Я один из главных героев этого фильма, играю Деда Мороза. А в городе именно Нур-Султан, дорогие зрители, 26 декабря официально открылось. Так что приходим, поддерживаем наш местный кинематограф. График работы столичных кинотеатров сети «Кинопарк», «Киноплекс», «Сиэтр» с 10 утра и до полуночи. По словам представителей компании, все акционные предложения сохранились. Айгуля Матаева, Манжол Байгазин. Итоги дня.